Многие соискатели в Иркутской области при трудоустройстве не готовы идти на уступки в зарплате. И с каждым месяцем таких упрямых прибайкальцев становится больше. Снижать свои зарплатные ожидания наши земляки не готовы даже ради гарантированного места в штате. Понять жителей Иркутской области можно, цены только растут. В целом жизнь в регионе дорожает. До сих пор не утихли разговоры о стоимости яиц. Уже 2 недели в регионе действует пакт о сдерживании цен на этот продукт. Насколько за это время изменилась стоимость, узнавала Анастасия Коростелева. Золотые яйца несут куры в России. Это уже не метафора, а реальность. За прошлый год стоимость на данный продукт увеличилась на 61%. Поэтому в регионе ввели пакт о сдерживании стоимости яиц первой и второй категории. Документ подписали уже 40 организаций. И с этого момента прошло 2 недели. Изменились за это время цены, сейчас и узнаем. Для этого отправляемся в рейд по торговым точкам в Иркутске. Зайдем как в крупные торговые сети, так и в небольшие магазины. Первый пункт назначения – дискаунтер. Здесь представлен только один производитель яиц. Цена на первую категорию – 124 рубля. Вторая стоит 119 рублей. Дальше отправляемся в супермаркет. Здесь отдать за десяток яиц придется больше, в среднем около 130 рублей. По мнению некоторых покупателей, цены на яйца продолжают расти. На рублей 40, по-моему. То есть... Брали мы ячейку до этого рублей за 250, сейчас там 400. А мы движемся дальше. На очереди федеральная торговая сеть. Здесь цены на яйца первой категории не сильно отличаются от цен в другой сети. Но вторую категорию можно купить намного дешевле – 105 рублей. Возможно, тут сыграл свою роль региональный пакт о сдерживании стоимости на яйца. Я вчера ходил в магазин. Вот они, да, снизились чуть-чуть буквально. То есть до этого месяц назад ходил, то есть они подороже были, в принципе. Сейчас уже, ну, как чуть-чуть так сместились. Но особо это как бы так не повлияло прямо на бюджет. Ударит по бюджету иркутских семей покупка отборных яиц. Любители именно этой категории вынуждены раскошеливаться. В магазинах, в которых мы побывали, стоимость варьировалась от 150 до 170 рублей. Счастливы и не замечают таких безумных цен только те, у кого яйца на столе бывают нечасто. Цены на яйца, вы знаете, мы не замечаем, если честно. Мы не активные потребители. Наш рейд показал, что стоимость яиц первой и второй категории практически не изменились. Но некоторые покупатели отметили, что цены кое-где снизились на пару рублей. Но отборные яйца стремятся к новой отметке в 200 рублей. И их ничего не сдерживает. Ведь ПАК, который подписали торговые организации, распространяется на яйца первой и второй категории. Анастасия Коростелева, Владимир Пинаев, Андрей Назаров. Новости по будням.